Торгово-развлекательному центру «Красная площадь» взрослых доставили на удобных автомобилях такси быстрого реагирования 058, а детей из обычной жизни в интернате привезли в сказку на большом комфортабельном автобусе. Помогли в сопровождении и организации перевозки детей-сирот сотрудники Анапской роты ДПС. Ребятам устроили прогулку по Красной площади, провели конкурсы, показали шоу «Мыльные пузыри» и новый мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 2» в киноцентре «Монитор». Сделать праздник для детей задача непростая. Нужно особое отношение, взрослое сознание детского мира и доброе сердце. Накануне Нового года дети стали счастливее благодаря неравнодушным взрослым, которые устроили настоящий праздник. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа регион.